Нас ожидает непростая зима, а чтобы ее пережить, нужно начать экономить, считает председатель районной администрации. Такую мысль Василий Чернолуцкий высказал после подведения итогов социально-экономического и культурного развития района за первое полугодие. В райгосадминистрации уже говорят о том, что высоких показателей во втором полугодии не ждут, а потому пришло время экономить бюджетные деньги. И что мы не сможем обеспечить потужного перевиконання бюджету, то головне завдання – максимально спрацювати на економії бюджетних коштів кожен у себе, де їх можна зекономити і зекономлену частину направити на якісь інші витрати, проблеми. Продукция районных предприятий продается хорошо, а вот уровень производства за полгода снизился. Объяснить это несоответствие взялся руководитель района. На примере крупнейшего в нашем регионе производственно-торгового комплекса, который заодно и основной наполнитель бюджета. Виробництво в мінусі, навіть вино, коньяки і так далі йдуть в мінусі, тому що команда ПТК «Шаба», мабуть, також щось планує. Планують, дивлячись на ситуацію на ринку. Ситуація на ринку така, що коли держава ввела, підвищила акциз, в зв'язку з підвищенням акцизу різко впав попит. Ну і плюс долар пішов вгору, плюс проблеми, люди сьогодні вже починають економити і не все купляють те, що дозволяють купити, що купляли 2-3 роки назад. Сейчас завершаются работы на полях, собирают поздние зерновые и технические культуры. В районе на протяжении 6 месяцев заменили и отремонтировали 27 глубинных насосов. Отремонтировали и артезианские скважины, водопроводные сети, несколько десятков санузлов, спортивных и детских площадок. Удалось частично восстановить дороги. Проведено частковый поточный ремонт коммунальных дорог 11,79 тысяч квадратных метров. Це сільські ради Монашівська, Слоганська, Староказацька, Староцеричинська і Шабівська. Белгород-Дністровський район готовится к зиме. На коллегии в райгосадминистрации всем представителям учебных медицинских учреждений и остальным бюджетникам уже дали четкие инструкции. А вот обещаний улучшения ситуации от районной власти в этот раз не было. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.